Австралийским законодателям в ближайшие недели необходимо подтвердить свое гражданство. Причина в конституционном кризисе, который охватил парламент. Как выяснилось, многие депутаты унаследовали британское гражданство от своих родителей. А по конституции страны, которая уже 116 лет, государственный служащий не может быть гражданином еще какой-либо страны, кроме Австралии. Накануне с поста сенатора была вынуждена уйти Скайка Кошки-Мур. Как выяснилось, ее мать, родившаяся в Сингапуре, когда он еще был британской колонией, автоматически получила гражданство Великобритании. Последствия этого таковы, что моя мать стала гражданкой Великобритании согласно пункту 11.1 закона о британском гражданстве, а не по родословной. Это означает, что она передала гражданство всем своим детям, рожденным за пределами Великобритании. То есть я гражданка Великобритании согласно пункту 2.1а закона 1981 года. В Австралии живет 24 миллиона человек, и более половины – это те, кто родился за пределами страны, а также люди, у которых один из родителей родился в других странах. Кризис уже привел к тому, что правящая правоцентристская коалиция лишилась большинства в Нижней палате парламента. Решающим стал уход с поста Барнаби Джойса, члена парламента и заместителя премьер-министра Австралии. Решение о его отставке принял Верховный суд. Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира. Теперь она занимает шестое по величине место. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на прогноз роста ВВП страны, опубликованный Международным валютным фондом. Впервые с 2013 года место Великобритании в топ-5 экономик мира заняла Франция. Причиной спада роста экономики Соединенного Королевства называется выход из состава Евросоюза. Таким образом, первая пятерка экономик по версии МВФ выглядит следующим образом. США, Китай, Япония, Германия и Франция. В боливийском Санта-Крусе проходит форум стран-экспортеров природного газа. На него съехались министры энергетики 12 стран, включая Катар, Иран и Венесуэлу. На встрече Боливия договорилась о разработке участков нескольких углеводородных месторождений. Общий объем инвестиций составит 1,5 миллиарда долларов. Церемонию подписания посетил президент страны. Хочу сказать, что контракты будут выполнены, поскольку министры и депутаты работают ради того, чтобы улучшить ситуацию боливийцев в краткосрочной перспективе, чтобы гарантировать большие инвестиции. Добыча природного газа в Боливии сокращается. В конце прошлого года резервы страны содержали 300 миллиардов кубометров голубого топлива. Это такой же объем, как и годом ранее. Кроме того, в 2016-м природного газа добыли на 3% меньше, чем в 2015-м. Аналитики говорят, что это одна из причин того, почему сокращается экспорт в Аргентину и Бразилию. При этом спрос на природный газ на международном рынке постоянно снижается. Что касается доходов в секторе углеводородов, страна получает половину от того, что зарабатывала в 2014-м, когда цены были выше. То есть бюджеты нужно сократить на 50%. На встрече Аргентина также попросила Боливию поставлять ей больше газа. По данным боливийского министра нефтяных ресурсов, экспорт вырастет на 30 миллионов кубических метров. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о развитии лесного хозяйства. Глава государства поручил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по совершенствованию системы финансирования и развития лесного хозяйства, в частности, путем создания Государственного фонда развития лесного хозяйства, определив источники его наполнения и направления средств, в том числе предусмотрев возможность зачисления в фонд рентной платы за специальное использование лесных ресурсов. Также Порошенко поручил активизировать работу по воспроизводству лесов, созданию экономических стимулов для расширенного воспроизводства лесов и повышению эффективности лесохозяйственной деятельности. Кроме того, в документе определен ряд мер по усилению борьбы с незаконными рубками и оборотом древесины. В частности, предусмотрено внедрение единой государственной системы электронного учета древесины, в том числе подтверждение происхождения древесины с учетом европейских норм и стандартов.